Здравствуйте, дорогие любители нашего канала. Вторая часть. Рассказываю же вам. Вот, видите? Будем вот на такой пейзаж смотреть. Машинки проезжающие, пейзаж. Это не помойка. Это стройка. Вот, видите, строят. Здания. Ну и машинки стоят. Так что смотрите, все красиво. Так, начинаем. Девочки многие спрашивают, какие документы нужно, если выходишь замуж за серба на территории Сербии. Девочки, дорогие мои, берите все. Я вам честно говорю, не потому, что я вот не помню, какие документы. Берите все. Желательно все, от рождения там до смерти, как говорится. Рассказываю почему. Потому что в каждом городе инспекторы свои. Здесь, может быть, что-то понадобится, здесь, может быть, что-то не понадобится. Например, мы в Новаше расписывались. Город небольшой, как бы все друг друга знают, там было все проще. Будете в Белграде, там город большой, и не факт, что у вашего жениха там будущего есть там родня, зятья и знакомые. Просто вам говорю, здесь, как и в России, по знакомству тоже можно, так скажем. Суть в том, что обязательно, девочки, которые не были замужем, вы прям запомните, запишите, галочку поставьте, обязательно бежим в ЗАГС, российский ЗАГС вашего города, и берем справку, что вы никогда не были замужем. Девочки, у вас эту справку будут спрашивать, это не замужним. Потому что были уже проблемы, у меня девушки уже спрашивали, потом это надо из России заказывать или в посольстве, в которое не запишешься. Ничего сложного, добежать, как говорится, взять. Стоит она там копейки. Но мне, как бы это ни грозило, я и до этого была несколько раз замужем, так скажем. Девочки, которые официально были замужем. Это те, которые, даже если у вас есть ребенок неофициальный, но вы в браке не состояли, девочки. Смотрите, а то вы скажете, ой, мы типа жили совместно. Мне это нет, девочки, надо. Если вы жили совместно, да, не расписывались, просто жили, даже ребенок, если вам все равно нужно справку из ЗАГСа, что вы никогда не были официально замужем. Все, этот пункт записали, да, подчеркнули, запомнили. Девочки, которые были замужем и которые в разводе, все сколько раз были в разводе, все бумажечки, все как бы приносим сюда, привозим. Обязательно бумажечка, что вы были в разводе. Тоже нужно будет. Еще что вам скажу, не переводите документы в России. Во-первых, дорого, во-вторых, могут здесь и не принять. Всякое бывает, бюрократия. Поэтому все бумажки, все дипломы, все свидетельства о рождении, все паспорта сюда привозим. Здесь есть судебный матичар, да? Судебный переводчик по-русски. Если кому надо, могу дать. В Белграде шикарный судебный переводчик. Мы с ним, у него недорого. 900 динар за лист всего лишь платим. Правда, недорого. В других местах у нас даже в Ужице 1300. Шикарный переводчик. Кстати, знает и сербский, и русский. Естественно, можете поговорить по-русски с ним, если захотите. И вот этот, именно эти судебные переводчики, они переводят, ставят свою печать, там специальные ленточки, потому что нужно будет как бы только вот с этими, только от судебного переводчика. Простой перевод не подходит. Как бы это не так дорого, вам и паспорта, сразу говорю, и паспорта, все переводится. Свидетельство о рождении переводится, паспорт переводится, справка это переводится. Все, что потребует у вас вот товарищ в ЗАГСе, все вы это переводите. Ну вот самое главное, вот основное даже, самое основное, это нужен паспорт ваш, не российский, а загранпаспорт. Нужна обязательно бумажка или свидетельство о разводе, или бумажка, что вы не были замужем. И так, что еще-то от вашего мужа, что потребуется...
Вот тут, например, новоиспеченный говорят, как открыть, скажите, в банке счет, я вам расскажу, без него никак. Девочки, вам как? Вам можно счет в банке не открывать. Вам для получения ВНЖ по браку счет в банке не нужен. Почему? Потому что нужен счет вашего будущего мужа. Вот он должен будет предоставить справку. Что, солнышко? Ах ты, он это он поет у нас так. Предоставить справку, что он имеет деньги на счете и что он сможет вас содержать. Потому что это вы к нему приехали. Так что, девочки, кто по браку, пожалуйста, не слушайте новоиспеченных блогеров, так скажем. Они вам ничего умного не расскажут. Счет вам открывать не нужно. Вы можете спокойно жить. Нет, счет вы, если хотите, открывайте. Это ваше дело. Но нужно именно счет вашего мужа будущего. Это, да, надо будет предоставить, что он сможет вас содержать. А то, извините вы меня, бомжи в Сербии тоже не нужны. В общем, я вам сказала основные документы, что вам нужно. Это для заключения брака. Это когда вы в ЗАГС пойдете. Смотрите, сербы очень религиозны. Я не знаю, какой у вас жених, но в основе своей очень религиозны. И то есть после заключения брака в ЗАГСе, естественно, захотят венчаться все в церкви. Смотрите, для церкви. Девушки, которые помладше, может быть, вам и выдавали бумагу, да? Если вы крестились, вам выдавали бумагу. Эту бумагу нужно привезти. Конечно, вот как я, женщина из СССР, нам, естественно, тогда, как говорится, не было Бога в СССР, поэтому бумаги не давали. Если вы вообще не крещеные, придется покреститься здесь. Как бы ничего сложного. Если, например, у меня имя Олеся, у меня крещенное имя Мария, потому что Олеся это не православное имя. То есть, если вы знаете свое крещенное имя, вы должны будете его батюшке сказать. Обязательно. Я вот не знаю, может быть, они здесь и проверяют, но у меня, я сказала, Мария, естественно, это имя есть в книге крещения, поэтому здесь все нормально. То есть вот такие вот документы, девочки, вам нужно будет, если вы будете выходить замуж за сербов и если вы будете получать ВНЖ на основании брака. Так что подготовьтесь, пожалуйста, пока вы на территории России, пожалуйста, соберите все документы, потому что здесь будет потом очень сложно это сделать. Потом... Если да, у да. них ребенка есть, должны принести документы, сколько ребенка есть у них. Да, вот муж что еще. У них, что у них никто не отрывал ребенка. А, да. Ну, это я, наверное, в следующем видео. Давайте в этом. Правильно, муж мне напомнил. Если у вас есть дети, то... Обязательно, девочки, берем согласие от второй половинки. Если вы были официально замужем и у ребенка официально прописан папа, обязательно берем согласие, что он разрешает на ПМЖ ребенку уезжать. Иначе здесь ВНЖ ребенок ваш не получит. Да, обязательно берете из соцслужб бумажки. Мы их брали. У меня бабушка, мама моя бегала, брала из соцслужб справки, что вас никогда не лишали родительских прав, что вы надлежащим, как бы, виде у вас, ну, как бы, ребенок из благополучной семьи. Если вас лишали, здесь я не знаю как, обязательно из соцслужб нужна справка, что вас никогда не лишали родительских прав. Мы это собирали, да, хорошо, что муж напомнил. То есть, если с детишками, тоже собирайте на детей все справочки. Все справочки. Родился, женился, как говорится. Ну,
не родился, женился, но вот с учебы справочки, все справочки с собой, несовершеннолетнего ребеночка. Потому что здесь иначе будут проблемы. И самое главное, это обязательно, без этого ВНЖ ребенку не дадут, обязательно согласие нотариально заверено от папы. Это обязательно. Так что вот такие вот документы, девочки мои. Спасибо вам за внимание. Да, я уже сказала, вот муж опять подсказывает. Обязательно все это потом переводится через судебного матичара, да, он правильно называется на сербском? Ну, через судебного переводчика. Судский переводчик обязательно. И вот, господи, заговариваюсь, и документы на ребенка тоже все переводится. Все, что принесли из России, все должно быть на сербском языке. Вот, видите? Здесь не принимают. Иначе не принимают. Вот, слышите? За ребенка должно свидетельство о рождении. О рождении, да? Да, о рождении. Для школы с каждую бумажечку, если ребенок получал, которые награды, дипломы, все притащить. Все, слышите, что муж говорит? Все притащить, все награды, все дипломы. А потом будет должно отдавать здесь на соревнования, на... Как говорите, это... Ну, скажи по-сербскому. На сравнение дипломов. На сравнение дипломов, да. Потом... Сертификацию. Как говорится? На нос сертификацию диплома. Вот, видите? Это по-сербски. Так что... Это делается у Белграда, у нашего министерства просвета. Министерство просветления, как говорится, Министерство образования в Белграде вот это вот все делается. Так что, девочки, если с ребенком, лучше смотрите так, чтобы приезжать где-то в мае, в июне, чтобы вы за лето могли все сделать. Чтобы ребенок в школу уже пошел нормально подготовленный, со всеми документами, и чтобы и у вас все было хорошо, и у него хорошо. Все, в следующем видео я вам рассказываю самое главное про ВНЖ. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Будет еще много-много интересного. Я всех люблю. Пока-пока. Я давно живу в Сербии и рассказываю вам только правду.